И что дальше? Так а если я в зал хожу? Ты что, меня игноришь? Нет, приветики. Если человек вырезал аппендицит, то и там залежи иммунитета нет. Соответственно, быстрее остались. Куда ты все это знаешь? Ты нутрициолог? Ты врач какой-то? Батюшки. Блин, ладно, мы девочки, нам просто... Блин, жесть. А как парни набирать себе? Если вареное и жареное нельзя. Ого, изучаю медицину. Капец. Ну и тренируюсь. Капец. Прекрасно набирает. Не знаю, как-то. Девочкам еще поменьше надо для этого, а парням же там вообще дофига нужно есть. У меня море 2 километра. Красавчик. Что красавчик? Джозе, привет. Можно привет? Привет. Тоже устала, если честно, в эфире сидеть, но я сижу. Купаюсь каждый день почти. Значит, я бы тоже с радостью в океане купалась каждый день. А не как у нас вонючий бассейн только. И речка. Привет, привет, Катя. Я когда ездила в Турцию недавно, я просто заходила в это море, я готова была там просто часами пробывать. Я так и люблю море. Вода прохладная, часов 15-16. А в целом погода какая? Это Ирландия. А я не знаю, не разбираюсь. Какая там в целом? Я вчера бы не могла не рассказывать мне, вот почему я постоянно езжу куда-то, потому что я хочу море, море, оно забирает у меня весь негатив. Вот я там чувствую себя просто счастливой, когда выхожу из моря. А летом до 30, а в среднем 20-25. Да, ну нормально. Зимой до минус 1. О, нормально, то не у нас до минус 30. Завидую. Завидую. Ну почему я родилась в Беларуси? Я и кинуть уже не могу эту страну, потому что я ее люблю. Бы не хотелось, не хотелось жить. В другой стране я уже не так себя чувствую, не дышу. Мелисса, ты дура, объясни мне, я тебя сейчас убью за такие сообщения, не пиши мне такое. Я тебя хочу убить. Я вижу, что ты мне пишешь. Клан Гриффи, так а что это? Это типа ты там живешь? Люби меня, пожалуйста. Нет. Ты вообще дура. Реально,
клон Гриффина мне не показывает. Клон Гриффина. А, все, обычно. Показывает парк Дуглита. Я не понимаю. Нет, просто убить себя мало. Живу тут. И как нормально ты получил место, ой, вид на жительство? Невозможно не быть в шоке с твоей биполярки. А, самая настоящая биполярная дама, вот что я тебе скажу. Это пиздец. Это ты переплюнула мне Акешу. Так-то я русско-украинец, но есть полубатый дед, он с Беларуси. Сейчас у меня корни с Бреста. Шерту Кокеса. Ну я покрасилась. Понятно, блин, мышка-то. Хорошо тебе. А я все в Италию хочу попасть, у меня сестра там живет. Мы не понимаем, что она должна мне сделать, чтобы мне пришло именно приглашение, поэтому я подавала просто на визу, и мне ее благополучно не открыли. Но я хотела через Испанию в Италию. А я до этого за 6 месяцев свалила. Ну да, как-то предусмотрела, пипец. Тусей показать группу Хибра. Меня попросил Андрей тебя позвать. Что так, вначале шпишем, туда, куда мы туда в Ирландии живем. И давно ты в Ирландии живешь. И нормально тебе вообще нравится? Пипец, ты сильные люди, которые уезжают навсегда. Мне кажется, я всегда буду хотеть в Беларуси. Я себя чувствую тут больше всего в безопасности.